має талант. Та ще й який. Людмила Матчина. Ждешь, и вот оно накапливается, накапливается, накапливается. Тут говорят, выходи, и все. Идите, я думаю, вам надо выйти. И такая начинается паника. Ребят, ну мы имеем дело с настоящим искусством. Здорово. 3D. Спасибо большое. Я прыгала, порадовалась, начала, конечно, сейчас звонить, говорит, да, я прошла. Даже слезы на глазах от той радости, честно скажу, от такой безумной, которую я просто даже передать словами я не могу. После школы я поступила в экономический университет наш одесский, училась на финансово-экономическом факультете. Я как бы над собой экспериментировала, я там себе раскрашивала джинсы, там какие-то фенечки, там рубашки разрисованные, разодранные, ну, в общем. Как-то я этим так увлеклась, что просто в один прекрасный день я решила, что надо бы поступить в театральное училище. Я не умела шить, я даже не знала машинку, как заправить, куда нитку вдевать. И мне было так неудобно и так стыдно. Я думала, боже мой, вот так вот. Мне спросят, ну и что ты сюда пришла? Это моя мечта. Вот сам процесс. Мне хочется работать все больше и больше, развиваться. Я получаю от этого невероятное удовольствие. Это как волшебство. Вот был белый лист бумаги, вот он превращается в эскиз. И вот он, этот костюм уже стоит готовый. Мне, конечно, очень хочется, чтобы они поверили по-настоящему в эту сказку и вместе со мной пережили вот то, что я переживала, когда я создавала их. Я мрію, що колись подорожі у часі стануть реальністю. Ви тільки уявіть собі, які несподівані і захопливі зустрічі тоді на нас чекатимуть. Зустрічайте костюми Людмили Матчиної.
фантасмагорії Людмила Матчина. На це шоу Україна має талант. Людочка, я думала, перевершити казку, яку ми бачили на кастингах, неможливо, але ти це зробила. Возможно, я надеюсь, что у меня это получилось. Ой, я теж сподіваюся, що судді нам щось скажуть хороше. Влада? Скажу, Люда, скажу так. Красиво? Красиво. И, пожалуй, красиво. Но это как раз тот случай, когда больше ничего не нужно. Вы внесли в наше шоу новый, абсолютно, хотя шоу, казалось бы, космического масштаба, но свой жанр, которого мы раньше не видели. Но как раз-таки в этом жанре одной красоты достаточно. Поэтому, мне кажется, вы угадали сегодня. Спасибо. Игорь, ты что скажешь? Ну, я скажу, что твоя фантазия безмежна. И я здивований, что ты встигла приготовить новые костюмы. Порівняно з кастингом. Також це непогана, до речі, ідея. Є музей Мадам Тюссо, може бути твій музей. Історичні фігури в костюмах, які ти шиєш. Ну і з іншого боку, я людина, яка більше, крім гузиків, в своєму житті нічого не пришивала. Як подумаєш, що це все треба робити вручну, от це все, я думаю, ні, ну краще це відксірити на кольоровому принтері і дати сюди. І купити нову сорочку. Так, я, ну просто молодець, я вражений. Спасибо. Слава, що ти скажеш про костюма? Ну, я говорила на кастинге, і говорю сейчас, это действительно восхитительно. Я с таким удовольствием разглядываю каждую деталь. Пока ребята двигались по сцене, я не могла как-то зафиксировать своим взглядом, чтобы рассмотреть. Там же просто бесконечно столько работы, столько труда и столько таланта. Так это приятно видеть на нашем проекте. И здорово, что все-таки пришла тебе такая мысль в голову прийти к нам. И сказать, а почему нет? И у тебя получилось. Мне кажется, что зрители должны это оценить. Это действительно новое для нашего проекта. И действительно нужное, потому что это, повторюсь, искусство. Браво. Спасибо. Дякую, Слава. До речи, Людочка, а це теж твій витвір? Да, это мое первое платье. Це твоя перша сукня? Да. Браво, молодець. Я думала, будет символично, если я сегодня выйду в ней. Вот. По-моему, первый карман. Первый костюм. Карманы очень правильно, как раз для миллиона. Они дырявые, я поделюсь миллионом. Иди зашивай, а вдруг? Якщо вам подобається мріяти і вигадувати, якщо казка Людмили вам до смаку, і ви хочете, щоб сьогоднішній день став для неї щасливим, телефонуйте 0900-102-006. Та відправляєте смс на номер 3399 з кодом 06. Телефонні лінії для голосування будуть відкриті лише після того, як виступлять усі 10 півфіналістів. Тож не поспішайте голосувати зараз, дочекайтеся потрібного моменту. Людочко, дякую тобі за надзвичайний настрій і за вміння дивувати. Удачі тобі сьогодні. Це була Людмила Матчина.